«Сдай макулатуру, спаси дерево» – с таким призывом обратились представители всероссийского эко-марафона «Переработка» ко всем жителям страны. Эта зеленая акция будет проводиться дважды в год. Она проходит при поддержке Минприроды и Минобразования в 11 субъектах России, в том числе и в нашем регионе. С апреля по май в области организуют сбор ненужных книг, газет, журналов. Желающие могут оставить заявку на сайте сдайбумагу.рф. Главное условие – у вас должно быть не меньше 300 килограммов макулатуры. Тогда за ней приедет специальная машина руководителей проекта. Так что активистам лучше скооперироваться. Например, кинуть клич в школе или вузе, на предприятии или в общественной организации. Основная идея – в ресурсосбережении. 100 килограмм макулатуры спасает от вырубки одно дерево. Ну и еще электроэнергия, свежий воздух и чистая вода. В 10 раз меньше нужно всех вот этих ресурсов для того, чтобы произвести новую бумагу из макулатуры, а не из дерева. Акция проходит уже в России с 2015 года и в разных областях. И мы собрали уже за это время 2,5 миллиона килограмм. Вот. Можете посчитать, сколько уже спасено деревьев.